Это у нас игра Медаут, Бисио или Бко, не знаю как правильно. Ну, в общем, я тут поиграл чуть-чуть, понял, что это типа GTA на Android, даже мультиплеер есть, миссии. Ну, в общем, тут интересно. Я себе тут поставил ник Доноса 255, как и в обычном, ну, как у меня канал называется. Ну, а теперь я хочу просто с вами покататься на свободном режиме, не знаю. И, видимо, эта игра напоминает... Что это? У меня такого не было. А, это типа, блин, я не хотел про пистолет. Где моя рука? Откуда у меня пистолет? О, фух, все, кулак. Что, вообще нет? Так, это бьет? Ага, не. Что это у него на башке? Какой-то инопланетянин, блин, один тут нормальный. Блин, не все в каких-то масках ходят, это чё? Надеюсь, это хоть без... Чё прикалываетесь, они все в каких-то масках ходят. В очочках, в масках, что происходит? А давайте-ка найдем автомобиль. Кстати, в GTA... Ну, оригинальной версии GTA, не на Android. Блин, что я твои кнопки путаю? Такая классная машина. Пропустил. И всего лишь перепутал кнопки. Это говно какое-то, не знаю. И хочется совсем брать. Хотя, она может скоростная. У тетечки башка, чё, дядечки. Ну да, видно. Видно по груди, то тетечка. Просто какой-то странной маски. В GTA они, я, это... Злятся, когда у них отбираешь машины. А в этой игре как-то они вообще им пофиг. Я их выгнал с машины, не такая, ну, выгнал с машины, так выгнал, ничего страшного. Иди дальше себе, блин, какой-то музон. Можно поменять музыку? Попипика, попипика только можно. Так, музыку, что ли, поменять. Ну ладно, буду с такой музыкой мучиться. Хотя... С музыкой интереснее ехать. Еще напоминаю, мне сегодня день рождения. И снимаю сейчас совершенно с другого устройства, из другой программы, со всего другого. Да. Пишите в комментариях. Точнее, угадайте в комментариях, пишите, кто угадает. С какого устройства я снимаю? С айфона, с айпада, с ноутбука, с этого компьютера, с макбука, с этого... Тут еще есть планшеты, телефоны, смартфоны, не знаю. Куча всякой фигни. Эй, че у меня жизнь потрачена? Где я же потратил жизнь? Мусор... Мухаранск? Мухасранск? Что? Мне это послышалось или... Точнее, показалось или там какой-то Мухасранск был? Написано, надо будет потом посмотреть. Какой-то Мухасранск. Что за селочек, город, поселок? Мухасранск. Капец. Да, видимо, это русская GTA. Русские машины, конечно, тут не очень. Но все, как видно, что машина, когда я еду с большой скоростью, как-то машина колебается все. Такое ощущение, что там, я не знаю, что происходит. Будто она танцует в ритме музыки. Это, блин, это рекламная пауза. Бабло не хочется платить. $27. Блин, извините за пиленькание на заднем плане. С то, что у меня телефон пиленькает все время сообщения. У кого-то стримы. Кто-то стримит там. А мне приходит сообщение. Так, я сейчас, наверное, выключу звук уведомлений на телефоне, чтобы вам это не нервировало. Блин, тут где тормоза? Поставил на тормоза. Сейчас, подождите. Кого-то врезались. Так, все, я выключил звук на телефоне. Вот эти уведомления для вас, наверное, раздражают. Так, а звук... О,
Кстати, интересно, тут поезда ездят? Там электричка. Это что, газель едет? Ага, газель. А, куда я еду, блин? Правда, тут я бы поспорил бы еще по текстуре, как в GTA, конечно, тут и некоторые текстуры, конечно, капец отстой. Но все как-никак, это все-таки GTA на Android. Даже очень хорошая. Не помню, сколько скачиваний я смотрел. Чи 10 миллионов, чи 1 миллион. Что-то такое. Ну, я бы сказал то, что Do Deserve Auto намного хуже пародия на GTA. Это более реалистичная. А то какая-то, не знаю. Но, я уже давно ее удалил, мне как-то она неинтересна. Понимаю, что многие популярные видеоблогеры, допустим, Роман Флок, играют в нее, но... Там, тем более написали то, что тогда, то, что Do Deserve Auto, это капец, в общем, отстой, не буду говорить плохими словами. А GTA на комп, хотя GTA можно скачать и на Android, просто она платная, это бесплатная. Так, еще что тут? Как видите, у меня новое приложение, Mobizen. Samsung, не просто Mobizen, а Mobizen Samsung. Я скоро хочу, в общем, оплатить это приложение, просто я сегодня только его скачал. А, дядька, я не хочу тебя давить, блин, гелик этот гребаный едет. Хотя это я гребаный, что я езжу по железной дороге, вообще какой-то сумасшедший. Опять рекламная пауза. Так, что-то мы едем как-то неинтересно. Только... говорю какую-то хрень и все, которая вообще не... О, это что такое? Блин. О май гад. Вы слышали, кто-то сказал о май гад? Это кто сказал о май гад? Это в музыке пелось о май гад? Или это тот чувак в машине сказал, типа я, о май гад? Да уж. Я, в принципе, никогда не был в России. Я украинец из Украины. Неужели в России так все криминально? И такую музыку слушают. Какой-то шансон. Камеру можно вот так крутить? Офигеть, можно крутить камеры. GTA, по-моему, невозможно крутить. А, еще всем спасибо, то, что я уже набрал более 555 подписчиков. Я даже выложил фотку в Инстаграм, где у меня было 555 подписчиков. Сейчас, по-моему, 557, если не добавилось, если не отбавилось. Всем спасибо. С такое круглое достижение. Будем копить подписчиков на цель 666 тысяч. Ой, что я наговорил? 666 подписчиков. Куда заехать? Ты дурной. Ай-яй-яй. Как мне стыдно. Я хз, что куда заехал. Да, музыка, конечно, какой-то шансон. Если честно, мне уже противен, хочется вырубить звук и все. Я думаю доехать до дороги и поменять машину, потому что... Или эту, да... Ну, в общем, взорвать ее. Нужно проявить какие-то криминальные события, задавить человека, не знаю. Офигеть, какая тачка! Или это плохая тачка, блин, я не разбираюсь в них. Хотя, я думаю, у меня лучше. Не знаю, фиат какой-то. На каком-то фиате езжу. Мне этот джип больше нравится. Давайте скинемся. О, я не думал такую. О, хорошо перевернулся. Ой. Вечер резко настал. Ну да, это такая недоработочка. Разработчики, если вы меня сейчас смотрите, то поменяйте такое, чтобы постепенно менялось день и ночь, утро, ночь и всякое другое. А то еду, резко вечер, потом резко такой... Я думал, ночь так плавненько. А это не... О-о-о, посмотрите. Моя машинка уже... Она горит? Не,
пожалуй, я буду принимать меры безопасности, поэтому я не хочу сгореть нашего и взорваться потом. Так, тютечка идет. О, остановись, остановитесь, там что? Ты... Дебил? Что ты делаешь? Не охренел? Не, ну вы это видели. Просто такой наглый. Сбил человека. Думаешь, крутой? Валяйся на дороге. О, господи, что тут происходит? Да, блин. Я тютечку задавил. Что с этой... Куда... Блин, она какая-то... Какого хрена я забрал эту машину? Она какая-то хреновая, блин. Даму задавил за этой машиной. Я не хотел. Ай, ладно. Они все равно бы меня, если бы ударил нечаянно их, все равно бы начали бить. Поэтому они плохие. Вообще супер. А чуть опять даму не задавил. Что это было? Кто это был? Так, уже 11 минут. Блин. Опять кого-то задавил. На скорости вообще не понимаешь, куда едешь. Давайте вот это. Па! О, хорошего езды, не знаю. Хорошей езды, чтоб наездились до ночи. С поломанным... Чем я вам там ударил? Задняя часть машины. Я миссии проходил, но третья миссия, блин, какая-то она все тяжелая. Кстати, показать вам баг. Который я ездил, нечаянно нашел баг. Только для этого понадобится дом. Хотя, давайте отдельную серию выделим для бага. Для отдельную серию для изучения одного бага. Не хочу вам сразу в одной серии, на, потому что если я напишу обзор... Игры от доноса 255. Точнее, игра не от доноса 255. А обзор игры... Ну, в общем, обзор игры Modeout Pro от доноса 255. Еще с, потом с, еще написать нашел баг в игре Modeout Pro. Это как-то будет странно. Эй, сено, сено. Блин, ты что, Урал стоял? Какие-то советские тачки. Блин, да что это музон какой-то, блин? Где нормальная музыка? Где современная нормальная музыка? Но я не говорю сейчас про рэп и поп музыку. Я сейчас говорю про рок там, не знаю. Ну, что за шансон русский? Рубите нормальную музыку. Почему тут радио нет? Интересно, а тут почему не пополняются у меня жизни? GTA, не помню, пополняется. Или нужно что-то... Ага, это типа центр города. Так, так, и куда мы едем? Что-то пока что не очень разбираюсь в карте, только некоторые моменты помню. Вот тут вообще какая-то новая. Блин, хочется куда-то врезаться, но не хочется останавливаться. Куда-то врезаться и что-то пробить. О-о-о! Да блин, что не попал. О, как хорошо. Блин, мы чуть тетю не задавили вдвоем с этой машиной. Ну, тетечка-то она там... Матерь божья. Офигеть. Сейчас взорвется. Взорвалась. А ты не наглей, тетя. Не понял. Это типа я. Я не туда сел. Блин. Посмотрите. Катаюсь с какой-то теткой незнакомой. Я не хочу с тобой кататься, что дядька. А, нет, это дядька. Я не хочу кататься с незнакомыми дядьками, которые в маске какой-то Пеннивайза. Блин-то, я буду протестовать. Остановите машину. Выкинул. Че, по башке проедешься? Остановись, тачка, остановись. Мустанг, офигеть. Крутой поцак.
Что не мустанг? Что? Не послышно, я сказал. Да меня человека на традиционной ориентации, только в грубом. Ну еще, я не знаю, меня, по-моему, обозвал матом или что. И не то начало музыки такое. Да блин. Чё-чё, если вам нравится игра, а, не-не-не-не. В плеймаркет еще нужно заходить, много проблем. Бобик полицейский, что-что? Что-то было. Блин, тут даже на крутых тачках шансон врубили. Нормальную музыку надо учиться слушать. Так, а это что такое? ВАД! Да я вас не посылаю, ВАД, я просто... Ну, чем... вообще супер. И еще меня устраивает, что эта игра совсем без лагов. Это вообще супер просто. Я бы хотел побольше машин, потому что она... И даже бывало то, что 20 минут жду одну машину, чтобы какая-то подъехала. Потом 20 минут жду, одна машина подъехала, а у меня мало жизни, она сбила, и я сдох. Так, а что это за трамплин? А ладно, нафига мне этот трамплин? Ну что, к Михалычу поедем? Ха-ха-ха, где тут Михалыч? Что я наговорю, какой Михалыч? Михалыч, ты медведи называй такой-то, Михалыч. Медведи нет. Блин, вы видели это? Текстура тачки была в воздухе. Пщи, капец. О, как хорошо буксируем. Опять сказал кто-то. О май гад. Ой, капец. Все, машина загорелась. Хана, я тут думал, что... Стоп, чё? О, какая прикольная машинка. Только не сбей меня. Остановись, капа. Что это было? Это машина-то? Я думал, то я тут один, который езжу. Хрен как... Хрен знает как. А это не один так езжу. Офигеть. Что это едет? Ну, это такая точно машинка. Надеюсь, ты меня не убьешь? Фух, хоть нормальный водитель нашелся. Можно вопрос? Что у этого водителя на голове? Какая-то фигня странная. Так, эта машинка покруче, хоть типа. Дядя, ты не обнаглел? Фух, ты заглох. Что, он опять меня обозвал? Каким-то кедром. Сидором, не знаю, кем он меня обзывает. Вообще супер. Супер, ничего не придумаешь. Я бы не был рад, если бы у меня был свой дом, как я живу в квартире. И вдруг в мой двор приезжает какая-то тачка. Мне это не очень было приятно. Особо мы... это типа пули непробиваемые, как она там называется? Полипропиленовая. О, что я наговорил? Полипропиленовая. Блин, реально какой-то советский городок-поселок. Блин. Чё, текстура застрял? Я думаю, сейчас провалюсь под текстуру. Чё, прикалуйтесь, я сквозь машину прохожу. Хочу подвинуть машину. Ай, ладно, она и так уже сгорела. Вот это что это? Это Урал, что это? Это ЗИЛ, это Урал. Я плохо разбираюсь в грузовиках. А, не, он говорит, какой-то кидоры. А мне другой все время слышится. Он кидоры говорит. Что такое кидоры? Давайте зацепим наш... Вообще офигеть.
Так, давайте. Так, сори, у меня тут поломочка произошла. Тут вылетела игра. Я въехал, и она взорвалась, а я живой. Это вообще легально? Что за бред? Это что за дичь? Ну да. Лука взял машину, и все. Наконец-то мой зонт закончился. Тут только дядя какой-то стоит. Это как раз подстукивание. Так, чувак, дай машину. Ну ты ж, надеюсь, не будешь меня в галстучке такой интеллигентный. Блин, да вы тут все какие-то наркоманы в масках. Что с ними? Давайте, бабушки, на ворота! Кто бабушки, блин? Нет, нормально. Какого хрена? Я уже не знаю, мне просто нет слов. Не хочу материться на камеру, но... Мне это злит. Почему идет все какое-то место, не то, которое надо? Что побиться злости? Не, на людях не хочу отрываться. Что с людьми этими? Боже мой. Что с ней? Какие-то тут все наркоманы. Блин, какие-то психически больные люди. Мне их жалко. Что с ними? Они в каких-то масках ходят все. Да еще они в текстуры. Зачем она? Чего он в мусорный бак залезли? Точнее, не залезли, а рядом с мусорным баком ходят. Блин, неужели машина ненормальная? Ну, трактор едет. Но это не нормальная машина, это какая-то хрень на колесах. Блин, ну тут ЗИЛ нельзя взять почему-то. Не знаю почему. Тракторист, алло. Дай позже машину. Опять кидан какой-то. Блин, я просто... Это орут, по-моему. Блин, ну хоть нашел трактор с роком, хотя это очень странно выглядит. Итак, у меня выше, у меня круче машина, чем гелик этот гребаный. Фашисты, идите отсюда. Это Россия. Ой, куда я попёр? Блин. Это что, церковь? Ага. Есть такая примета. Нельзя сбивать фонари возле церкви. Я это не сделаю. Придется, по-моему, сделать. Я застрял. Ну, так как мне это надо, я собью фонарь возле церкви. Я не только его сломал, я его еще переломал. Так, ну я не знаю. Может, на этом уже видео заканчивать. Посмотрите, просто стоят на стоянке машины две. Я такого тут еще не видел, офигеть. Ну, что мне выбрать? Что лучше? Мне кажется, это реально церковь. Видите, эти колокола бьют. 12 часов, что ли, на который час они там бьют. Так, я уже 24 минуты снимаю видео. Мне кажется, что на этом уже... А, нет! Я не хотела его это делать. Как... Давайте напоследок поездим. Потому что, мне кажется, уже 24 минуты прошло. Мне нужно заканчивать видео. Давайте напоследок покатаемся. Не знаю, зачем просто. И все. Просто покатаемся. И разобьемся, и взорвемся. И все, конец. Вот такой вот и конец. Я чуть чела не убил. О! Начинаем везде цепляться. Блин, ну что за... Вырубить эту хрень. Я не хочу слушать какой-то шансон.
О, давайте, давайте, дорогую машинку. Вас вам сбиваем, дурак. Да. Ой, куда поехал? Блин, ну что за советский шансон врубили? Я не хочу слушать советский шансон. Я вообще не фанат музыки, а тем более советский шансон я вообще терпеть не могу. Я вообще любой шансон я терпеть не могу. Хоть японский, хоть индокитайский. Блин, дядька! С прохода нужно было уйти раньше. Что, розовая Нива? Вишневая семерка. А, нет, это гелик. Вишневая семерка, неоновые фары. Да, помню, конечно, жесть. Песни. Это не я сочинял, просто. Песню нашел случайно где-то. Что-то за электростанция. Это паркуристов? Для паркуристов какой-то? Что-то вообще за место такое? Видимо, какие-то склады. Заправка, да. На заправке что-то можно сделать? Заправиться хочу, нет? Да, только можно было эту дверцу от машины оставить, и все. Заправиться нет. Ноу, заправиться нельзя. Давайте во что-нибудь врезимся. Давайте последние минуты жизни в этой игре будем ездить с бешеной скоростью. Ну все, на этом можно видео закончить. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. Не забудьте писать полезные комментарии. Также подписывайтесь на канал мой. Ставьте всегда колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте дизлайк, если вам не понравилось видео. Пишите в комментариях, снимать ли мне дальше эту игру или нет. Ну, скажите. Ну, на этом все. Всем пока.